Royal Klima представляет серию классических кондиционеров Pandora. Плавные линии и обтекаемые формы внутреннего блока дополнены изящной серебристой вставкой. Эффектный дизайн сочетается с функциональностью и высокой энергоэффективностью. Широкий модельный ряд позволяет выбрать модель как для небольших комнат, так и для помещений площадью до 100 квадратных метров. Современный пульт эргономичной формы с большим информативным дисплеем удобно держать в руке. Управлять кондиционером Pandora очень просто. Вы можете выбрать одну из 5 скоростей вентилятора, а также настроить комфортное направление потоков воздуха с помощью функции 3D Auto Air, управляя автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи. Настроить и поддерживать заданную температуру в определенной части помещения поможет функция iFeel. Датчик температуры встроен как во внутренний блок, так и в пульт дистанционного управления. Ночной режим обеспечит поддержание оптимальной температуры для комфортного отдыха и дополнительно позволит экономить электроэнергию. Многоуровневая система очистки воздуха включает пылеулавливающий фильтр, задерживает мелкие частицы пыли, Active Carbon, очищает воздух от вредных примесей и запахов, Silve Ion уничтожает споры плесневых грибов, бактерий и вирусы, ионизатор улучшает качество воздуха в помещении. Аэроионы благотворно влияют на иммунную систему и общее самочувствие человека. Кондиционеры Royal Klima оборудованы защитой от перепадов напряжения, что существенно продлевает срок службы кондиционера. Встроенная функция «Авторестарт» возобновит работу сплит-системы после отключения электропитания с заданными ранее параметрами. Корпус наружного блока выполнен из стального листа увеличенной толщины. Надежные энергоэффективные компрессоры GMCC обеспечивают долгий срок службы. Благодаря шумоизоляции наружный блок работает очень тихо. Аэродинамически выверенная формула постей вентилятора позволяет снизить уровень шума и энергопотребления без потери производительности. Гарантия на кондиционеры Pandora – 3 года. Royal Klima. Кондиционеры и климатическая техника.